Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на электродрель Makita 220 вольт 340 ватт, картонная коробка в AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 2 февраля 2019 года. Цена стоит в долларах 59 долларов 99 центов. В Россию доставка бесплатная. Да, такая не мощная, но вот для дома дрелька то, что надо. Что-то миленькое там, ради бога, все, она будет работать вот и до. Но цена и такая цена 59,90, ну 60 долларов. Ладно, посмотрим сейчас. Другие регионы будут плюсы или не будут за доставку? Это интересно. Так. Белорусы. Бесплатно. Казахстан. Бесплатно. И Украина. Бесплатно. Да, такой вот гаджет будет бесплатно во все регионы. Ну, дрелька как дрелька с металлическим патроном. Подробнее изучить каждый может сам информацию. Так что вот так. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.